Очень душевная встреча, хорошие вопросы. Я увидела, что ребят волнуют абсолютно вопросы, которые сегодня касаются развития нашей страны, не только образовательной системы, а в целом. Поэтому мне было очень интересно, на самом деле. Я думаю, и ребятам эта встреча понравилась. Очень важно, что ребята обратили внимание на работу молодежного парламента. Мы можем тоже этим гордиться, потому что у нас очень тесное сотрудничество с этой структурой. Мы работаем с молодыми парламентариями. И если сегодня в каждом городе, в каждом районе нашей страны будет представитель в молодежном парламенте от этих регионов, то это будет очень важно. Мне понравилось то, что ребята интересуются и Конституцией, тем основным законопроектом нашей страны, которым занимается и работает сейчас комиссия, и то, что в ближайшее время будет вынесено на референдум. Ребята живо очень интересуются. Спорт, то, что важно сегодня, какие спортивные мероприятия будут проводиться в нашей стране. Но вот посмотрите, в общем-то, были разносторонние вопросы, касающиеся и технических таких аспектов. Я имею в виду водоснабжение. Ну, наверное, понимаю, что когда-то я заканчивала эту специальность, но, во всяком случае, это действительно вопросы, которые жизненно важны сегодня для каждой страны, для каждого государства, для каждого города. То есть, вы знаете, не скажешь, что ребята были зациклены на чем-то одном. Вот работа, когда от нас уйдет этот коронавирус, и их информация, вот я смогла донести до них ту информацию, которая складывается в нашей стране по работе с этой инфекцией, и что сегодня действительно вакцинироваться надо, это правильно, это важно. Сама встреча мне весьма понравилась, поскольку она была весьма открытой, дружелюбной и в целом приятной. И мы смогли задать достаточно большое количество вопросов, которые нас касаются, что в частности, что в общем. Также я задал вопрос по ковиду, насчет принимаемых мер и прочему. Ответ меня удовлетворил, и я понял ситуацию, в которой мы на данный момент находимся. Считаю, что вакцинация – процесс обязательный. Считаю, что вакцинироваться необходимо соответственно для того, чтобы уберечь себя и своих близких от напасти болезни. Поблагодарить вас за диалог, площадку, за искренний разговор, за то, что это был действительно настоящий диалог. И я хочу сказать, как я сам слушал, что мы в нашем университете, в Полском университете, вот действуем, развиваемся в соответствии с теми разведческими принципами, которые вы нам проговорили, моральными, духовными, правовыми. И стремимся именно к тому, чтобы Полоцкий университет, Полоцкий регион и целая республика Беларусь становились краше и лучше. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю работу.